Всем привет, вы на канале Кирилл, и мне тетя дала 500 рублей на Новый год, и я хотела сходить в магазин купить мишуру для того, чтобы сделать для фигурок елки, но елки, наверное, не будет у них, просто мишуру я не нашла. И все нечаянно потратила все 500, ну, 480 рублей на фигурки, нечаянно. Да, супер. И вот первый это такой набор, он стоил 290 рублей. Джунгл Энимал, или как? Джунгл. Вот. Такой вот наборчик. И я купила его только из-за лошади Пинта. Третьей лошади, если считать мою огромную лошадь. Потом шлях жеребец. И вот это будет третий. Что-то у меня одни Пинта, знаете. Потом и из-за леопарда, потому что у меня одни гепарды. И у меня две семьи гепардов. Там есть мама, а папы нет в обоих. Ну, тут вот безглазый гепард есть какой-то, слоник, хотя у меня их куча, ну, как куча, слоников у меня 5, львов у меня вообще много, это еще, у меня их, по-моему, 9 уже будет, львов, офигеть, 10, забыла нау посчитать, 10 львов у меня будет, это прям прайд, супер прайд. Вот. Ну, пришлось купить весь набор. Но он довольно дешевый для себя. 290 рублей. И еще вот такие вот собачки. Но сначала я покажу это. Ну, не качественные, просто я как-то уже много качественных что-то стала собирать. Некачественные тоже нужны. То я не в городе ездила, а за мишурой просто ходила, называется. Я нечаянно, правда, нечаянно купила. Хотя хотела мишуру. Чайно все деньги потратила. 480 рублей. Давайте откроем. Пробуем. Я не знаю, наверное, они не все стоят. Просто одной рукой, реально, ребята, я одной рукой открываю. Вау, это как? Давайте посмотрим на вот этого красивого жеребца. Ну, видно, что некачественный, но довольно красивый. Такой толстенький такой. Ну, лошади такие должны быть. Все тут хорошо прорисовано. Это будет у меня братик моего шляховского спирита. Тоже пинто породы, да. И вот такой вот. Мы потом сравним. У него такая странность. Одна сторона хорошая. Вот смотри, все так гладенько, да. Тут белый носик. Да-да-да. А тут серая половина, реально, это не тень. Вот тут серая, вот это вот какое-то. Тут белое. Чё, вот видно, если вот так вот, белое-серое. Что? Во-вторых, на этой стороне. Что за пупырышки, если вам видно? Вот они. Вот это что за прыщи у него пошли? Да. Ну, это ж некачественный. Вот, сейчас проверим, стоит ли он. Идеально на учебнике литературы. Он бежит, и он очень плохо стоит, как вы видите. Он на трех ногах стоит, потому что бежит, то есть у него одна нога. Вот. Там можно целую эту штуку просунуть. Смотрите. И то там еще чуть-чуть останется место. Не касается даже. То есть вот, смотрите. Вот, если вот так вот на эту лапу упереться, то вот так вот будет. Но, в принципе, мне кажется, он так и должен. Правда, он все время туда хочет упасть. Вот. Вот. Он очень косой. Да. Я, конечно, разочарована в этом, но все равно он мне нравится. Не знаю даже, как сделать, чтобы он нормально стоял. Но это, мне кажется, он так бежит и поворачивает. Вот видите, видно как бы так, что он так резко затормозил и хочет повернуть, мне так кажется. Вот. И это младший брат Спирита получается. Потому что, вот, сравните их. Ну, толщина. Он толстый, поэтому они, в принципе, одинаковые, он даже толще. Окрас у них, ну, естественно, одна порода. Но он коричневее, а этот порыжее. Вот такие вот оба бегущие братья.
Всегда у меня будет падать. Вот всегда будет падать. Да. Целая такая семейка Пинто. Я еще хочу ребенка и маму шляховскую. Наверное. Ну, вот так вот. Такие вот. Жалко тут носик весь. Ну и ладно, я попробую корректором замазать. Простите за голос. Мне так нравится всех называть. И его будут звать. Звать. Ворон. Странно, но ворон. Все же, да. Дальше. У нас вот такой вот лев. У Киры есть такой лев, кстати. Вот так вот. И его такой же папа, наверное. Вот. И это будет отдельная семья, не та, как... Не та, какая у меня. Да, они стоят. У только вот чуть-чуть лапа покошена у папы. Ну, сын стоит хорошо. Итак, придумываем имена. Идеальные имена. Лорд и барон. Супер. Да, сейчас сравним их. Вот, например, как со шляйховской волчицей. Вот. Ну, она его... Ну как? Ну, они одинаковые. Ну как сказать? Вот Муфаса, Аслан, ну не знаю даже. Он такой самый, ну, по крайней мере, самый широкий. И по его голове огромный, по крайней мере, с ним, если сравнивать, вот именно с Асланом, то он такой, очень такой, как тяжеловоз. Такой толстенький, да. Вот с Альфой. Практически одинаковые. И вот он с Альфой. Следующее, это вот так, от такого, ну, лошадка. Это копия моей грозы. И я не знаю... Сделать это, ну, это давайте, знаете как, она ж у меня приемная, пока что приемная, ну, вместе с ураганом, приемная дочь Спирита, значит, вот этот вот пацанчик, пусть будет пацанчик, его приемный сын. Его будут звать Гром. Раз это гроза, значит это Гром. Двоюродный брат сестры. Дальше. О, Господи, что с ней или с ним не так? Это уже гепард. И еще это зомби. Да. И я не хочу ей красить. Я хочу, чтобы это так и оставалось. Не хочу, чтобы это была девочка. И стоп, она была такая самая, ну, что так с ней? Она была страшная, и чтоб она всех пугала. Ну, по правде, у нее такая болезнь будет, глаз. И она будет дочка, барабанная дробь, ничья. Она будет одинокая, страшная, гепардица. Памяти не хватило, и я соединяю два видео, наверное. Такие мягкие лапки у меня. И я буду звать Луиза. Я буду звать Луиза. Я даже хочу ей просто белым специально покрасить корректором или чем-нибудь там глаза. Чтобы еще страшнее было. Не знаю, просто хочется и все. Да, и такой вот слоник. Странненький, толстенький. И с такими ушками. И с таким выражением лица. Да. Стоит только вот это вот. Ну, допустим, он будет идти. Простите, просто зарядка плохо держится. Ну, он идет, да. Поэтому у него вот эта нога чуть-чуть оторвана. Думаю, так. И это будет мальчик. Не смахивает на девочку по выражению лица. Хотя у животных все наоборот. Ну, да ладно. И это будет... Ну, Спок.
Спаук. Пусть его будут звать Спаук. Дальше. О, он стоит. Ура! С такой вот лапой он стоит. Круто. Я его тоже хочу подкрасить чем-нибудь. Хотя маркер даже перманентный стирается почему-то. Но все равно я его хочу подкрасить чем-нибудь. Вот такой вот леопард. Он будет мужем Лины. Прости, Сири орёт. Да. Только прибралась, называется. Ну да ладно. Вот, потому что для моей гепардицы Скори он будет как-то маловат. Или она большевата, скорее всего. Ну, вот такая вот парочка. Один светлый, другой нет. Да что ты творишь? А? Вот. И его будут звать Лео. Лео. Даже Аван Мэйден Чайна. И, наконец-то, собачки. Да, собачки. Это вот такие вот... Бирки на них не было, но, думаю, вы знаете, какие это собачки. Как у меня там Саймон, Стелла, Снежинка, Буль. Все такие вот такие. Да что ты творишь? Не в тему. Вот такой вот милашечный, мимимимимисочный. И я не знаю, кто это будет, мальчик или девочка. Конечно, он, если это будет мальчиком, то он бы, наверное, вот на Снежинку очень похож. И они бы были вместе. Но не хочется Снежинку с Булем разлучать. Так что это будут лучшие подруги. Это будет девочка. Это пуделек какой-то. Смотрите, как мило, как лапки все сделаны. Они по 95, вот эти собачки. Вот такие вот лапочки. Его хвостик. Или это West Highland White Terrier. Ну, вряд ли. Нет, хвост. Или этот бишон. Я не знаю. Напишите в комментариях, как вы думаете. И вот такой вот сенбернарчик. Это девочка. Пусть будет девочка. Такая вот грустная девочка какая-то. Но сенбернар, это не всегда такие. И я хочу шляховскую маму ей купить. Да. И ее будут звать Снежка, да. Снежинка и Снежка. Две лучшие подруги. А ее будут звать... Берни. Сенбернар. Берни. Да. И ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И это была первая часть новогодних подарков. Новогодних новинок. То есть от тети. Ну, денежки. Ладно. Все, всем пока. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Всем пока-пока.